21 апреля 2024 год. Слушайте, еще немножко про моем чрезмерном якобы оптимизме. Я когда говорил 14 числа, что нападение Ирана на Израиль в положительную сторону окажется, сыграет для Украины, я никогда не думал, конечно, что это через 6 дней. А примут пакет американцы, которые 7 месяцев не могли принять помощь Украине. А теперь россиянам надо заготавливать черные пакеты. Да, то есть, ну, совершенно, 6 дней, 7 месяцев ждали, за 6 дней это произошло после того, как я это сказал. Я, конечно, совершенно не думал, что, когда я говорю на видео, что россияне, ну, у вас там сейчас Орск, Оренбург затопило, ну, вам надо ждать лесных пожаров, потом, я не думал, что это будет одновременно. Сейчас смотрю, еще продолжается в Томе, там, за Томск этот затапливает, плавают эти трупы, плавает эта вся шняга российская. Я смотрю, уже туша-то кажется. Где метеорит там приземлился? В Челябинске уже пожары тушат. Ну, по-моему, это просто очень эффективно, ребята, справляются. По срокам просто. Не закончилось наводнение, уже пожар. По-моему, Господь вообще очень сильно помогает Украине расправиться с рашистскими орками. Очень классно.